Все больше тюменцев принимает участие в акции «Спасибо, доктор», которую запустили волонтеры-медики. К желающим поддержать врачей присоединился и театральный центр «Космос». На фасаде «Космоса» появился такой небольшой комикс, посвященный теме того, как сейчас мы можем поддержать врачей. Такой даже небольшой вклад, как теплые слова благодарности и адресованные, допустим, какой-то конкретной больнице или конкретному человеку. Сейчас, наверное, тот маленький вклад, который может сделать каждый в нашу общую победу над коронавирусом. Поэтому сегодня мы приглашаем абсолютно всех желающих зайти на сайт spasibodoktor.tmn.rf и оставить там небольшой отзыв в поддержку наших сегодняшних героев нашего времени, врачей.